самый большой кайф от рисования, когда вот в процессе выдавливания красок из тюбика. Вот смотри, сейчас у нас какого цвета лес? В основном у нас в лесу какие цвета преобладают? Желтый, зеленый, коричневый. Желтый, зеленый, коричневый. Вот мы согласно этой гамме набираем цвета. Но еще нам понадобится белый, и еще нам понадобится холст какого цвета? Холст у нас белый сам по себе, но мы его закрашиваем. И еще белый, да? Да. А вообще нет, ты потом запачкаешь руки. Да? Художник, запачкавший рук. Это не художник, да. Такое вот простое движение помогает, в принципе, уменьшить, пачкать или не работать.